В завершении выпуска о том, как и где провести 3 дня выходных. Небольшой обзор праздничных событий. Весело и вкусно провожать зиму мы с вами будем целых 2 дня. Все начнется здесь, на Советской площади, в субботу. Впервые так называемая детская масленица от Дома детского творчества переедет сюда, в центр города. Начнется все в 12 часов. А чуть раньше, в 10, здесь, на Советской площади, откроет свои двери ярмарка, выставка-продажа народных промыслов. И также в 10 часов стартанет конкурс блинопеков в ресторане «Премиум», здесь же, на Советской площади. В прощенное воскресенье сжигаем чучело, веселимся и гуляем здесь, в Сестрорецком парке, с 12 дня до 6 вечера. А после того, как вдоволь наелись блинов, встаем на лыжи. 23 февраля в Клину стартует народная лыжня. Пробежать можно 1, 3, даже 10 километров. Сбор и регистрация участников начнется в 9 утра 23 февраля во второй гимназии. Первый старт уже в 11:30. А под конец праздничных выходных можно немного и посмеяться. В 5 часов вечера в Стекольном начнется вторая игра Клинской лиги КВН. Вот такие насыщенные выходные. Так что скучать дома точно не будут. Олеся Тробенкова, Иван Луговой, Наталья Красавина. Новости дня.